проконсультироваться по вопросам предотвращения нежелательной беременности и пройти обследование на заболевания, передающиеся половым путем. В рамках Дня всех влюбленных курганские врачи решили позаботиться о здоровье горожан. 18 февраля с 9 до 14 часов в областном кожно-венерологическом диспансере пройдет акция. В рамках этой акции будет организован прием, где мы будем обследовать наше население. Причем обследование будет анонимное и бесплатное. Кроме того, будет организована горячая линия по телефону 44 70 46, где наше население может задать все интересующие их вопросы, и мы ответим на них. Врачи добавляют, в последнее время в Кургане отмечен всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей. Все чаще к венерологам обращаются подростки 14-17 лет.